Одну из снежных скульптур на набережной Енисея сломали. Неприятный инцидент произошел накануне вечером. Все происходящее попало в объектив камеры «Безопасный город». Женщина решила сфотографироваться рядом со скульптурой «Счастье». Чтобы кадр наверняка получился, красноярка перелезла через ограждение поближе к мальчикам из снега. Затем фотомодель присела на снежные санки для эффектного фото. Но они не выдержали и сломались. На место сразу выехали сотрудники полиции. В дежурной части 27-летняя девушка пояснила, что не хотела ломать скульптуру, и произошло это случайно. Здесь, как объясняет девушка, она полностью признает, что она, конечно же, повредила данную структуру, но она также поясняет о том, что она случайно подскользнулась во время фотографирования и в момент, когда падала, тем самым повредила структуру. Сотрудники полиции соберут достаточное количество материалов, выслушают всех свидетелей и очевидцев по данному факту и уже в дальнейшем примут решение. Либо это будет административная ответственность, либо это будет в виде только профилактической беседы. Как оказалось, это не единственный случай. Например, у ледяной скульптуры в виде викторианского человека уже сломана рука. Стоит отметить, что все фигуры попадают в камеры видеонаблюдения, которые работают круглосуточно и фиксируют все нарушения. Также на набережной постоянно дежурят сотрудники полиции. За любое повреждение скульптуры нарушители могут получить штраф, а это 300 или 500 рублей. То, что мы видим с вами, увы, пример непонимания хрупкости материалов. Кажется, ну что тут такая огромная скульптура, ну это же лед, что с ним станется? Нет, на лед влияет ветер, солнце. И, конечно, мы не случайно уже какой год создаем ледовое обрамление самих работ.